Летние каникулы не за горами. Это значит, что безопасность детей и подростков выходит на первый план. В Управлении МВД России по Одинцовскому городскому округу состоялся круглый стол, посвященный этой теме. Каждый человек понимает то, что должен сам обеспечивать свою защиту и безопасность. Во-первых, это значит не разговаривать с чужими людьми, не брать от них подарков, не заходить в подъезды, особенно в лифты. Что касается вечернее время, особое внимание девушкам, которые, ну, бывает такое, что и одни заходят с незнакомым мужчиной, а потом происходит что-то очень серьезное. Сотрудники полиции совместно с общественным советом при управлении проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение совершения противоправных действий в отношении детей и подростков. Предупрежден – значит вооружен. Не громкие слова, а правила самосохранения, которое работает. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».